Обыкновенная гитара. Абсолютно. На ней можно играть все. Ноу-хау заключается не в этой скромной гитаре, не в струнах. Оно заключается в приборе, который снимает звук. Это действительно большой шаг вперед для, например, вот таких вот, как я, которые хотели бы экспериментировать, но для этого не всегда есть какие-то возможности. Этот датчик выполняет совершенно необычные для него функции. Дело в том, что, как мы знаем у электрогитары, вот он провод, включаем, играем. Если вы включили квакушку, квакать будут все струны. Здесь имеется возможность сделать так, что будет квакать одна струна, другая будет овердрайвить, третья будет фланжировать, четвертая будет карусить и так далее. То есть этот датчик снимает звук каждой отдельной струны. Он еще и выполняет функцию MIDI-датчика. То есть он снимает сигнал, который легко преобразовывается в MIDI-сообщение. К этой гитаре можно подключить неограниченное количество усилителей. Настроить их по-разному. И каждая струна будет играть совершенно своим звуком. Самое простое, что мы получаем, наверное, это возможность подмешивать к гитарному звуку какую-то необычную синтезаторную красотищу. Например. На заднем плане может играть любой из инструментов, которые вот, любой из звуков, которые здесь есть. Это целая вселенная звуковая. Главное научиться этим пользоваться. То, что один и тот же датчик может делать и обычный съем звука, и MIDI, вот в этом я вижу большую ценность и даже, не побоюсь этого слова, революционность этого изобретения.